1 сентября 2048. Приближаемся к эпицентру. Мы были там, а теперь оказались здесь. Почему я ничего не помню? Как только ты появляешься в моей жизни, у меня все идет наперекосяк. То есть тебя сейчас это волнует, а не то, что нас отбросило во времени и в пространстве. Нас отбросило именно в тот момент, когда ты поставил точку в наших отношениях. Вы в порядке? Какое сегодня число? Я должна спасти мужа. А если, изменив прошлое, мы не сможем вернуться в настоящее? Главное, что все будут живы. Помнишь, когда меня сбила машина, мы совершили скачок во времени. Мы должны попробовать еще раз. Что ты размешала в кофе? Здесь я тебя в первый раз поцеловал, и нам дали шанс еще раз все это повторить. Здесь все началось, здесь все и закончится. Ты уверена, что в этот раз получится? Я правда должна все это остановить сейчас. Прости. Это не может длиться вечно!